пригодится кому-нибудь. Я слышу, поблизости бродит охотник. Всем Deadman Tournament, плей-офф, первый раунд, Брайан против Костелло. Первый начинает Костелло за людей. По-моему, какие-то чересчур длинные руки. Эй, не стреляй по машине! Хорошо расправился с двумя первыми хантами. Раскита есть. Так, а на ведьме. Бежим через спортплощадку. Какой у меня аддон на небо. Но... Я не знаю, я могу посмотреть, когда там это... Когда они доиграют этот матч. Два матча, кстати, будет. Куда все подевались? Сейчас они играют на русском сервере, на соляре. Потом, соответственно, будет еще европейская игра. Даже целый час нас ждет один на один. Я не думаю, что из-за обновления мог перестать какой-то аддон работать. Это вряд ли. Привет, капитана. Дотягивается до Костелло. Но... Еще раз так ему дотянуться не хватит, чтобы да и Костелло уже вряд ли подставится. Кто-нибудь? Убил. Дождь пошел. А, ну да. Можем срезать через гаражный дворик. Есть приклад. Расстреляли ханта прям как будто из УЗИ. Ку, Сэнди. Очень неприятного конца словил. Казалось бы, легко его убить было. Кладом можно было по нему упасть. Эй, вон тут есть убежище. Охотник, охотник, охотник! Доходит, плохо-то словил, по-моему, 124. Выдохнули, все позади. Ну, опять же, если Брайан победит на русском сервере, то, скорее всего, европейской игры уже не будет. Но так вообще должно быть две игры. Куда все подевались? Топор. Вот ответ на все вопросы. Топор такой большой со стандартным этим полом. На пол экрана. Сейчас еще Луна ко мне подтянется, тоже будет засасить, будет за меня комментировать, будет работать языком вместо меня. А я буду отдыхать. Буду использовать его. Ха. Через детскую площадку! По звуку это похоже на подожди.
машина долегла. Пинг, ну... Сейчас танк умрет, посмотрим, сколько пинг. Не допрыгнул до крыши. Ноги слабые. Где говоришь собраться? Все, можно сейчас подрезать сухожилие, в принципе. Ну, мне куда отступать, что ли, будет. А, нет, ХП не хватит. Можно пытаться закатать напоследок. Нет, не успел дойти до машины. У Костелла прям очень высокие контри, все откуда-то летят и с небес просто. Можем срезать через гаражный дворик. Просто на Соляре нельзя ограничивать слоты через голосование. Охотник! Поэтому столько слотов. Сейчас зайдет луна, вот и прыгается со всеми, все покидает. Здесь есть меня. Убежище. Доходит больше бонусов, но всего одного гонта словил за карту. Про пинги показать не забыл? Забыл. Сейчас вернулся, зайду в ТС. Error. Connected. Channel switched. Привет, Луна. Ну что, ты разбираешься там? Да, я уже. Давай, быстрее уже, быстрее. Не тяни, ну, сделал. Так, сделал? Во-первых, у меня доступа нету, а сейчас народ поугоняет. Всем внимание, рядом охотник. Уперся хан головой, дурной косяк. Сюда! Не похоже, чтобы дождь скоро перестал. Ранний танк. Сатачит до танка, а хоть не успевает. Через 120 кг побежал. Вперед пошел. Сейчас точно не забуду пинги показать. А что с твоим доступом случилось, Луна? А, у меня его нету. Сейчас я разберусь. У Костелла пинг 30, у Брайана пинг 110. Здесь охотник! Меня кто-нибудь вообще слышит? Живи вверх по уступу! Охотник! Он идет, всех скитит. Вообще не остановим просто. С пингом-то с таким. Охотник! Есть приклад. Сука! Нажимал эту ведьму. Тут вообще терминатор какой-то. Эй! Спасибо, Луна, что разобрался. Использовал свои связи. Я еще в процессе. Я тут.
Ну что там, все окей? Охотник! Ну я тебе отписался. А, куда? В Steam куда? Я нажал ее! Ну не засыгайте, фил, пожалуйста. Да, да, да. А, прошу прощения. Не был в курсе. Ладно, удачи. Я как-то включился на второй карте, что-то вообще происходит, да, я соображу. На первой карте Костелло словил двух антов, а Брайан словил одного. И у Брайана пинг больше на 70. На 80, насколько. Я считать просто не умею. А, да-да, Костелло одного ханта словил на первой карте, один панч от танка. Так, я сейчас перезайду. Да. Здесь охотник! Собака, сейчас можешь словить. Слышите? Нет. Кусты не проблема. Что-то ты из Челябинска. Нам нужно ты, к знаку! Не. Я уже давно не в Питере. Так, вот все, теперь можно расслабиться и насладиться игрой. Слоты ограничены. В убежище, да, я уже это сказал на... Вот так и надо с ними. Ноль хантов словил, только там мобы пару тысяч дали. Так, если я не ошибаюсь, сейчас Костелло пойдет. Да, да. Я русский богатырь. Илья Муромец от Мила Left 4 Dead 2. Пригодится кому-нибудь. Пытается на нюх постелить ханта, ловит первого ханта, эту карту он уже проигрывает. Так, по этой дороге дальше не пройти. Но все же важно еще пройти. Сюда. Можно меньше хантов отловить. Дождь не собирается заканчиваться. А, расчехляй свой меч, кладенец Костелло. Доставай из ножен. А вот из мегары начал. Куда все подевались? Может, есть еще и шанс зажаться. Не получается закрыть камень. Не, не зажимает меня. 150 хп. Если бы он камнем попал, он бы зажал там. Ну да, это можно было закрутить. Мобы у меня поджарые. Вроде обычные. А, не, да, чернявые парни. Ну это из-за того, что я сворачивался во время загрузки. В принципе, заходил. Есть скид, все хорошо. На следующей карте не помню, это уже нормальный старт. Хорошо, среагировал духом, да? Вверх по уступу. Пошло, пошло, поехало. Пошла игра у него.
Черт, вода поднимается, вот засада. Это уже не прикольно. Где вы все? Вообще, Брайан, насколько я помню, все игры на русском сервере выиграл на этом кате. Из тех, что я стримил. Да. Ой, он ведьму саг, он ведьму саг! Но он успеет встать. А, да, он успел. Она застряла, ему повезло. А, нет, она решила это. Наоборот, не повезло. Она сначала вроде как бы застряла, но потом решила, блин, что это, я же ведьма. Похоже, второй игры не будет. На европейском сервере. Кислотный экран загрузки. Так, все взяли бензин. Все готовы? Я возьму таблетки. Хорошо шел, но вот одна ведьма забаганная и разрыв уже в два раза больше. Есть приклад. Назад через поле. Надо было дверь закрыть и спрятаться. Надо было вообще не участвовать в капе. Было вообще. Не, это просто как-то шутка, я не пытаюсь никого там задеть. Или там чей-то скилл принизить. Мы можем подняться на лифте обратно! Нормально ко всем отношусь. Вы вообще меня слышите? Скидка по учебнику. Ушел танк. По учебнику за колени. Этаже будет легко размотать танка. И препятствий там нет. Не дотянулся ударом. Да, это было. Пытается камнем попасть, Брайан прячется за стену. Кончается хп у танка. Гейбнюл пишет, ну, у Костелла нет шансов просто. Ну, не, почему у него есть шансы, но он просто ведьму очень... С ведьмой ему очень повезло, тут даже не то, чтобы он виноват, а, ну... Ведьма так забагалась. Сначала застряла, он подумал, что easy kill. Но тут прострел был неприятный очень. Он так-то шел, в принципе, ровно. Одного контакта только словил на первой карте и на второй. Он в одного ханта дошел до убежища, там и небольшой разрыв был. Эй! Быстро вверх по трубе! ХП. Как одновременно это сказали. Просто гении вот думают об одном и том же. Мы почти выбрались.
Новым годом! 42 человека смотрят. Это пока рекорд для этого капа, ну, на моем стриме, по крайней мере. Обычно в районе 25 было, а сегодня прям... Я свет общества собрался. Еще мои фанаты подошли. Фанаты спидранов, что ли? Канистры у всех есть? Фанат моего голоса. ЕСМ-2. Кто-нибудь? Я слышу охотника. Уберите его! Не сработал на реакции. Мы можем подняться на лифте обратно. Брайан, кстати, серьезно подошел к этой игре, он даже в стиме охнулся, он до этого никогда не охнулся во время 1 на 1. Ничего. Ну и правильно. Я вообще про него забыл. Вот этот танк прыгнул. Он надеялся до лестницы долететь или была потом такой штатрова. Закончился контроль танка. Таблетки. Можно идти дальше. До убежища можно дойти, если постарается. Тоже правда ничего не изменит. Вот переправа. Охотник! Попал! Еще два ханта есть впереди, но... Даже если он мы можем перебраться сложит. Через воду здесь. В любом случае дойдет. Беги, беги, что стоишь, высматриваешь там, бежать надо. Вот, мы ну, практически беги. Выбрались. Застрял спиной немножко. Впереди убежище. О, черт! Ну, неплохой был забег. Боль аж глаза застилает. На короткую дистанцию. Еле-еле, да, но отличное какая решение. Разница, мы все-таки сделали это! Кто-нибудь? Эх, вряд ли я продержу.
Я возьму таблетки. Можно идти по крыше. Так, Костелло в нижней сетке встретится с Дотом. Я помню этот фонарь. А, Брайан будет играть против Керримана в верхней сетке. Гаражи, мы идем правильно. Эй! Вот это будет интересно. Это уже на следующей неделе получается. Не стреляйте в машину! Появился танк. Пропал охотник. Ну, как бы закон равновесия в мире, да? Где-то что-то минус, то где-то плюс. Где-то убывает что-то, где-то прибавляется. Сейчас догонит. А, или не, уже не догонит. Нет, успевает проскочить через мебель. Детская площадка, мы почти на месте. Вон убежище. Ведьма там перед самым бегом сидит. Маба, чтобы не мешал. Эй! Так, какие еще игры остались? Еще должен Фред Перри играть с Розом. И Фигл с Фриком. А когда эти игры будут, неизвестно? Ну, завтра остался. Нет, неизвестно, когда будут, когда там дедлайн. Вот так и надо с ними. Дедлайн в конце недели, наверное. Дедлайн первого раунда 28-го. Кто-нибудь? Сегодня 26-е, правильно? Да, воскресенье дедлайн. Ничего себе, все затопило. Черт возьми! Вот, мы можем там, пройти по крышам. Тут уже нет смысла стараться в любом случае потеть. 1444 счета Брайана. Аналогичная сигналка. Все готовьтесь! Опрометчивая. Что опрометчиво? А, я сказал аналогичный сигнал. Не, в чате написали. Опрометчиво. Нет, хорошо слышно? А да, я тебя нормально не слышу. Проверял. Ну, я не знаю, как тебя на стриме слышно, я тебя нормально слышу. Уберите его! Откуда она тащит вообще без звука, я не понимаю. А, из убеги опрометчиво вышел. Хотя хант оттуда был ожидаемый, из-за угла. Наверное, он рассчитывал, что хант спереди будет тащить. Мажет по машине.
Да у него вся жизнь перед глазами пролетела. Теряет контроль. Я слышу, поблизости бродит охота. Кар, 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 кар! Хорошо, есть приклад. Спортплощадка. Отлично. Мы почти у пристани. Остается ведьма. Убежище дальше по этой улице. Отойдите от ведьмы. Это уже не прикольно. Где вы все? Дерьмо! Так он не хотел попасть по ведьме, он пытался краешком задеть охотника, но попал по ведьме. Но в этот раз ведьма гораздо удачнее была. Ну, разбив. Будет еще одна игра. Еще одна игра. Какой смысл? Ну ладно, еще одна, так еще одна. Нам же лучше. Еще полчаса отличного один на один. Красивого один на один. Заходи ко мне. Костелло по-мужицки будет играть на его сервере. Глядите-ка сюда. Ты заходишь? Да-да, у меня просто краш был в игре. Топор!
пинг у Брайана 60, у Костелла 80. Меня кто-нибудь вообще слышит? Я возьму таблетки. Я думаю, молодец, да я с тобой не спорил, в общем-то, что у меня книга будет ровная. Я ничего не говорил. Нет бензина, круто, прекрасно! Костелло вновь начинает первым. Пытается прострел сделать, получается. Попадает, но сам тоже попадает. Но он не успел так, ему... Мне кажется, у него сенсация низковатая, может побольше поставить. Он сейчас банально следил за фантомом. Бежим через спортивную площадку! Охотник! Мешается моб, но справляется Костелло. Запоминайте ориентиры. На обратной дороге будет темно. О, дьявол, сейчас миномет, как из ведра. Кто терпила? Там в чате кого-то терпила и назвали. Вы вообще меня слышите? А, ну челик, да, боже, это же ник челик у Костелла. Внимание, здесь там! Бля, ну я просто затупил, ну что? Да, это логично, я согласен. Хпшек. Скитится танк, все отлично. Давайте слежем здесь, через гаражи. Здесь охотник. Уберите его от меня! Присел охотник. Маленько получше. На Костелло присел, должен был косарь отдать. Ой. Здесь есть убежище. Да не, Костелло не зажимается. Он просто ловит хандов. Вот так и надо с ними. Банихоп запрещен по правилам турнира. Неважно, робит он, не робит он, запрещен. Эй, нам это пригодится. Стартует Брайан. Хан, приклад. 8-2. Маба добить надо.
Танк садится. Кто-нибудь? Эй, осторожней с машинами! Хант. Приклад. Еще М2. Хант. Скид. Ведьма. Краун. Появляется танк. Также в машине еще один удар по машине. Нужно делать несколько сальто в воздухе. Брайан отступает. Танк на пролом идет. Они пошатся по крышам по поводу. Опа! Человек-паук. Брайан даже по танку стреляет как-то поактивнее. А, черт, дождь пошел. Можем срезать через гаражный дворик. Охотник! Хант, скид. Застрял немножко, Хант. Хант, скид. Сейчас, скорее всего, будет последний охотник. Конечно, будет. Да, наверняка. А может, не будет. Это никуда не годится. Пишет Костелло ГГ и что, заливает? Смысл какой был в одной карте. Ну, Брайан уже побеждает, будет драться на следующей неделе с Кэрриманом, а Костелло будет уже в нижней сетке драться с Дотом. Все это вы увидите на следующей неделе. Не пропустите. Всем спасибо, всем пока. Покеда. Сегодня игры вроде больше не будет. На всякий случай предупреждаю, чтобы... Чтобы вы могли спокойно закрыть вкладку с моим стримом, не нагружать оперативную память. Всем пока. А не, пишут в чате мне стопэ. Играй дальше, говорят. Не, я не играю в Left уже много, уже очень долго. Пока всем.